Хныкин Геннадий Валентинович, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права юридического факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Тема моей лекции – заработная плата, как правовая категория. Эта лекция состоит из трех частей. Первая часть я условно назвал «понятийный аппарат заработной платы». Вторая часть будет посвящена составным частям и методам правового регулирования заработной платы в России. И третья часть – это государственные гарантии оплаты труда.